Вот так, гольфброд. Тут стоим якорами. Это фишками, Юра. Я. Колесо отрывается заднее. Привет, Глеб! Макс, побыстрей, быстрей, Макс! Что, Макс сел? Аня, помогай! Право руль! Макс, право руля! Право руля! Аня, помогай! Я набрал. Холодненькая пошла. Ай-яй-яй-яй. Право руль, Макс! Я думаю, надо идти цеплять Макса лебедку. Сань, помогай! Не, он нормально идет. Макс не едет. Так, в общем, машина завелась. Утонувшая, все нормально. Соляра слитая с эмульсией горит. Неплохо. Сколько, Глеб, пускай поработает? Да, да, поехали туда. Можешь передом поехать. Передом можешь поехать по кругу. Все работает, огонь. Ну так, Макс уже катается. Костер тут у нас, красота. Звездная ночь, все хорошо. Давление четверка, говорит. Что там редуктор? Редуктор обмерз немножко. Ну, замерзший немножко редуктор. Ну сейчас нагреется, да? Да. Испаряется все. Давление лучше стало, чем было, да? Да. До купания. То есть реально, реально починили. Реально починили машину, все. Все может, хорошо. Было там до купания еще. Так, финиш дня. Онлайн закончился. Вот надо показывать. Крис. Крис. За правду скажут. Крис, сколько он в подстреленных штанах. Покажи, как штаны выглядят. Смотри. В кроссовках таких. Без трусов. Да, сейчас тебя подымут сразу. Я им сброшу это видео. Ты видишь что-то, нет? А фары надо включить, ё-моё. Да, желательно. Черт, без фар хреново вообще. Он осваивает. Чего ты потрошишь одежду? Слышишь? Я ношу, я бомб. Да ты прекращай, остановись. Это ж чужое, Крис. А там бартрон. О, глянь, нашел бабки в кармане. Глянь, находит, слышишь, он там потрошит. И в каждом кармане находит по 50 гривен, блин. Охренеть, а у тебя так. Нет таких карманов в волшебный телефон? Нет. Все мокрое. А вы как, почки, как он едет? Не знаю, болят. Кочки или почки? Почки. Почки болят? Почки, ноги, все болит. Так. Так, мы опять на этом же маршруте. Гастарбайтер на месте. Везем гастарбайтера на родину. Где там ноги? Замерзли? Ноги есть. Ноги на месте. Штаны длинные. Так, тут еще какой-то человек с ним. Так, что там, зеленый? Что, ты влево, вправо? Да, тут такое место, что лучше смотреть по три раза. Так, вон там уже правый берег недалеко. Опять маршрут тот же. Вечерний Киев. Блин, плохо видно.
говорю, вечерний Киев. Дарницкий мост. Какие-то стекла грязные. Сейчас закроем. Закроем, чтобы не шумело. У меня вид из окна, все видно. Не вот шумело, это. Да? А выхлопная труба что? Да не, ну по сравнению с этим, выхлопную отпустить можно. Короче, мерили расход, когда тебя тянули. 27 средний получился. Ну хотя там на газу меньше, чем на бензине. Бензин спиртовой, понял? Угу. Получается такое. Тебе совсем не жалко от двигателя. Да шо, блин, тут этому двигателю вообще ничего нет. Так как нам направо? А, не, ну чего, он чистый, нормальный просто. У него КПД чуть ниже. У нас ты сегодня ехал. Да, сегодня на скольких машинах я ехал? Утром я ехал на патруле. Потом, когда сдох зарядка, пересел на 69-й с Глебом ехал. Крис рассказывает. Потом пересел на FJ-ку, когда замочил трусы. Потом ехал с Максом на УАЗе. Сейчас на Гранд Чироки. Не, потом на патруле опять? Ну да, на патруле, на Гранд Чироки. И сейчас будем на BMW. Ну давай сейчас BMW покажем. 7 машин. 7 машин. Блин, какой у тебя насыщенный день. С пакетами покажу. С пакетами. С пакетами. Ой, блин, это вообще. Ну, уже отдать еще. Сейчас покажем тебя во всей красе. Я дал какой-то, как это называется, ну такой... Флиску. Флиску. Саня дал штаны, а Юра дал кофту какую-то. И потом они заморзли и пришли. Крис, а можешь отдать кофту? Ну могу отдать кофту. Пришел потом Глеб. А можешь отдать флиску? Я вот, но могу отдать. Ну я согрелся, на самом деле. Во время РУЗ уже привез все. Нужно было одеться как-то нормально, по-человечески. Блин, мы Range Rover обгоняем. Это не Саня? Нет. У него такой Саня тоже есть. Не, у него такой и другой есть. Спорт есть и обычный есть. Да, да, да. Так а что с этим, с Ранглером случилось, что ты говорил? Полиция. Что ты говорил, ну типа это? Что? Ну что, Саня нырнул и заглох или что там? Не, поехал в лужу и застрял. А, застрял? Да, застрял и набрал воды. Куда? А, в салон? Да. А у него зоны в машине 4. Водитель, пассажир и тазы пассажиры. И все в виде таких тазиков. И вода просто в тазике и не сливается никак. И нету слива или что? Нету слива. Ну где-то он там есть, но никто не знал где. Странно. Да. Так, теперь у нас по вечернему Киеву. Этот, как он называется? Надо было онлайн не выключать, наверное. Это уже не Киев, это Гроссиевский район. Ну да, Киев вечерний. Дарницы, Голосеевский, Васильковская улица. Блин, тут когда-то телевизор покупали, был электро, как он был. Забыл, называется магазин. Вот тут где-то справа. Эльдорадо? Да, типа Эльдорадо. Только это было в 89-м году, наверное, это Эльдорадо был. И у тебя до сих пор телевизор тут, да, дома? Да, да, да. О, а тут собаку мы лечили. Тут пару раз бультерьера предыдущего сейчас. Тут была Величка клиника, вот где-то здесь справа. А, вот здесь вот за мойкой, вот здесь справа было. У него сейчас дальше слева, у него построил он новую. Два раза бультерьера разрезали, один раз сожрал бультерьер. Игрушку на Новый год детскую. Смотрим, пропала свинка такая. Нажимаешь на нее, она I love you, говорит. Да. Пропала ты свинка. Собаку нажимаешь, а теперь собака. Не-не, она пропала где-то на Новый год, эта свинка, понял? Ну, мы хрен его знает. Ну, пропала и пропала. Мало ли, там где-то под кроватью, может, где-то еще, там ребенок там куда-то... Там повстречные где-то, видишь? Ребенок там куда-то выбросил. Короче, проходит полгода. Смотрим, это предыдущему бультерьеру, Лаки звали бультерьера. Смотрим, нашей Лаки что-то плоховато, понял? Как-то она в туалет не может сходить, рвет.
Ну что, блин, я в шоке, блин, везу. А Величко, я его знал давно еще, когда первые бультерьеры были, много лет назад. Это в 95-м у нас первый бультерьер был. На светофорах направо. Да, да, я помню. Короче, я его потерял. Ну как, не было с ним связи, как-то не было нужды. И я на Волынскую завожу собаку, кормим барием, ее накормили на рентген. Ну раз она смотрит, есть что-то. Ну типа... Да. Те там, о, это такая сложная операция, собака может не это. Я так на них смотрю, говорю, вы что, блин, давай собака. Казам. Давай до свидания, говорю. Инструмент? Есть. Короче, я говорю, давай до свидания. Давай, ну, интернет уже все, забиваю. Величко туда-сюда. Тут раз адрес выбрасывают, Васильковская. Привожу, говорю, вот так показываю снимок. Он, да-да-да, сейчас, подожди. Ну, там у него всегда много людей, короче. Подождал, пока освободился. Он так пощупал еще, короче, надо разрезать, посмотреть. Разрезал, достает эту свинку, I love you, говорит. Такая свинка. Не работала. А мы ж поняли, а мы ж смотрим что-то как металлическое. Оно ж только металлическое показывает. Ну, понимаешь? А этот механизм, что I love you, он металлический был там. Какая-то типа шарик, проволока так на снимке было. Он достает, ничего не нашел. Типа желудка там то, такое что-то достал. Мы давай под кран, раз, размочили. Это свинка, это она такая залепленная вся была. В общем... Да, второй раз она сожрала эту косточку от персика, понял? И тоже разрезали второй раз ее. Опять доставали. Косточка, вот, она такая большая косточка, и как-то видно перекрыла тоже выход из желудка. Ну, может, такой особенности этого. Желудок. Блин, да. Ну, не знаю. Пищевод, может, узкий там это. Ну, короче, перекрыла, доставал, он второй раз косточку откопал. Нет. Такой бультерьер. Собака пылесос. Да, блин. Как смеялись, знаешь, типа жизнь самоубийством хотела закончить. Ого, тут что-то построили, нифига себе. Ну, в Англии, тут и у Сани офис. Кого? У Чей? Сани. У Сани? Новая Англия? Да. Нормально. Хорошее место. Сейчас еще пару раз застрянете, я сниму нормальное видео и тоже тут офис снимем. Другим. Еще пару заплывов. Так, где-то направо, Крис. Прямо, прямо еще. Блин, тут последний раз я был, как-то меньше домов было, Крис. Да, тут строят, видишь. Строят на время. Направо. Да. Что, где твоя супермашина? Вот этот гастарбайтер нашел машину. Ёлки, тебя если сейчас остановят, слышишь, ты точно они тебе не поверят, что это твоя машина. Я тебе говорю, тебя сразу заберут. До выяснения. А там еще депортации не миновать. Буду набирай, я хоть подтвержу твою личность. Давай хоть. Ох, блин, стекла без рамок, слышишь? Бульбики так. Охренеть. А ты эти собираешь или что, бутылки? Да. Заводи, включай подогрев. Уже включено. Музыку выключи, музыку выключи. Все, Руслан, давай. Спокойной ночи. Давай. Тест-драйв. Заводи! Блин, беззвучно все. Заводится беззвучно. Блин, 21 век. И прогревать не надо. Охренеть, как едет. Хорошо останавливается. Слышишь? Давай стартанем BMW против 5.7 Хэми, интересно, со старта. Давайте, в тот сторону, да? Ну, где шире давай, дорога? Давай. Сейчас будет нормальное кино. Блин, круто едет вообще, динамика такая. 20 век против 21-го. Сейчас попробуем.
Где ты? По сигналу? Давай. На третий? Давай. Ха-ха-ха, 5,7 рулит. Только у меня еще на бензин прыгнуло. Все, они развернулись. Ну, концовка дня прикольная получилась. Ну, блин, все-таки объем крутящий, бешеный. Не знаю, интересно, какие там параметры. Напишите, кто знает. Крис повез Макса. Не, поехали кушать сначала, а потом завезет его тут. Максу еще километров 10-15 до Макса. Ну, не очень далеко здесь. Скорее 15. А мы домой. В общем, нормально. Порезвились ребята. Не знаю, ну переправиться хотели, резануть, ну, вернулись бы назад, в принципе, там все машины подготовлены, было бы быстрее и безопаснее. Решили переехать вброд. Не, ну интрига была своя в этом, в принципе, мы так делали когда-то. Мы так когда-то делали. Тут паспортная у этой машины. Я вот все думаю, как я обогнал. Электро-то, ну не Тесла, понятно, BMW маленькая, легенькая. Здесь 7 секунд паспорт разгон до сотки. Я не думаю, что она быстрее там, ну прямоток чуть-чуть там может легче и, ну, не особо, наверное. Крис говорит, хватает на 150 где-то или 120 километров. Ну, короче, от погоды зависит. Летом больше, когда холодно, меньше, естественно. Все равно зарядился. И день можно кататься. Заряжается. То ли 7 часов, то ли 8. Ну, обычной зарядкой. Не быстрой. В общем, потом как-то покажем. Расскажем. Интересно, надо будет. Крис будет на работе, да, подъехать. Снимать, посмотреть. В общем, все, друзья, сейчас мне тут минут 10 по пустому Киеву я домой доеду. Всем пока, спасибо за поддержку. Не знаю, что с Ютубом происходит, у меня все то, когда я говорил, рухнуло, то было не рухнуло, вот сейчас рухнуло полностью вообще, просто просмотры в два раза. Остальное там еще больше, в 3-4. Продолжает. Ну, я надеюсь, уже дальше падать некуда, но посмотрим. Так что делитесь, поддерживайте. Пишите комментарии, ставьте лайки. Будем рассказывать, что тут у нас происходит. И с эпидемией, ну, оффроуд вы увидите в любом случае. Не знаю, когда следующий будет, что там будет до субботы. Киев пустой. Днем машин много. Ну, относительно, конечно, много. Всем пока.